Чжуншань – это чистый и уютный город провинции Гуандун Китайской Народной Республики. Его называют «жемчужиной побережья Южно-Китайского моря». Именно здесь, в 1994 году, Государственным комитетом по науке КНР совместно с правительством провинции Гуандун и мэрией города Чжуншань была учреждена Государственная база научных технологий здоровья. Главной целью данного проекта явилось создание комплексной базы индустрии здоровья государственного уровня, соответствующей международным стандартам GLP, GCP, GMP и GSP. База взяла на себя такие задачи, как исследование, разработка, производство и реализация фармакологических препаратов нового поколения, оздоровительных приборов и оздоровительной продукции. Государственная база научных технологий здоровья расположена в открытом районе высоких технологий «Факел», город Чжуншань, провинции Гуандун, Китайской Народной Республики. Она входит в число трех научно-технологических баз индустрии здоровья государственного уровня Китая. Планируемая площадь базы составляет 13,5 квадратных километров. Ей установлены сотруднические отношения с более чем 10 известными высшими учебными заведениями Китая и других стран, в числе которых Сиднейский университет Австралии, Университет имени Суни Цзэна КНР, Китайский университет фармакологии, Университет Цзинань КНР. На территории базы создан общественный форум обновления научных технологий, показательная производственно-научно-исследовательская база Министерства образования провинции Гуандун, Государственный центр тестирования, передвижная станция постдокторского обучения Университета имени Сунь Цзэна и другие научно-исследовательские структуры. Первоклассные кадры, передовое оборудование, мощные научно-исследовательские ресурсы предоставляют надежную гарантию стабильного развития базы научных технологий здоровья. Государственная база научных технологий здоровья объединила под своей эгидой ряд известных китайских и международных предприятий. Более чем за 10 лет развития на ее территории разместилось свыше 140 производственных компаний и групп. К настоящему времени сформировалось 7 основных направлений продукции, производимых этим объединением. Лекарственные препараты китайской и западной медицины, оздоровительная продукция, продукты биотехнологий, оздоровительные приборы, медицинское оборудование, косметика и упаковочные материалы для фармакологической продукции. На территории базы имеются отвечающие международным стандартам центры тестирования продукции и логистики, что позволяет сформировать масштабную производственную цепь индустрии здоровья. В 2007 году валовый производственный оборот базы научных технологий здоровья превысил 11 миллиардов юаней. Здоровье и развитие являются общими стремлениями всего человечества. Для изучения и заимствования ценного опыта индустрии здоровья как в Китае, так и за его пределами, продвижение высококачественной продукции предприятий базы, команда дальновидных, обладающих международным видением предпринимателей и ученых, в 2005 году приступила к разработке планов международного маркетингового развития базы технологий здоровья, сформировав организационную комиссию маркетингового центра Государственной базы научных технологий здоровья город Чжуншань. Под руководством и при поддержке Министерства науки и техники КНР, Министерства здравоохранения КНР, правительства провинции Гуандун и мэрии города Чжуншань, организационная комиссия ежегодно приглашает около 1000 всемирно известных специалистов, ученых, предпринимателей для знакомства с Государственной базой научных технологий и участия в форуме «Здоровье и развитие Чжуншань», на котором происходит обсуждение тенденций в сфере оздоровления и развития человечества. После 3 лет подготовительной работы на форуме «Здоровье и развитие Чжуншань» 2008 года было официально объявлено об основании маркетинговой компании базы научных технологий здоровья.
Главной целью данного предприятия стало предоставление маркетинговых услуг мировой индустрии здоровья. Опираясь на мощные ресурсы государственной базы научных технологий здоровья, она создает международную маркетинговую сеть, продвигает на мировой рынок высококачественную продукцию, помогает еще большему количеству людей обрести здоровую жизнь. Путь открыт. Цели ясны. Маркетинговая компания государственной базы научных технологий здоровья город Чжуншань подобна новой звезде, восходящей на горизонте. Она будет дарить свет здоровья, дружбы и счастья людям во всех странах мира.